В детском саду «Василек» в селе Молоково двойная радость. В здании дошкольного учреждения за долгие 30 лет эксплуатации наконец-то сделан ремонт. Теперь детский сад смогут посещать еще 30 ребятишек. Наша съемочная группа побывала у малышей и вместе с ними радовалась переменам. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Ребята старшей группы детского сада «Василек» села Молоково к празднику 23 февраля репетируют танец с ложками, а Никита выучил еще и стихотворение. Кипит на границе манчжурская вьюга, по белым сугробам шагают два друга. Идут по границе в метели мороз, герой-пограничник и друг его пес. И дети, и сотрудники детского учреждения очень рады, что у них впервые за 30 лет существования детского сада сделан капитальный ремонт. Заменены, значит, у нас радиаторы, заменена вся теплоснабжающая система, заменена вся электропроводка, светильники. Гордость детского сада – музыкальный зал, дизайн которого создавали сотрудники учреждения. За счет подсветок на потолке можно увидеть и солнце, и облака. Но самое важное – теперь этот зал совмещает в себе и физкультурные занятия. Встроенная мебель теперь вмещает в себя спортивный инвентарь, а в шкафах разместилась большая костюмерная. Зал очень хорошо оснащен и звуковым оборудованием, и дидактическим пособием, наглядным материалом, и всеми необходимыми материалами. За счет совмещения в одном зале двух занятий освободилось большое помещение, в котором будет открыта дополнительная группа. Из бюджета Ленинского района было выделено 4,5 миллиона рублей для оборудования дополнительных мест для детей, чтобы в связи с ликвидацией очереди. Мы сейчас принимаем еще 30 ребятишек вот в эту новую группу. Группа оснащена абсолютно всем. Современное все оборудование, вся современная мебель. Долгожданный ремонт выполняется из средств города Москвы, выделенных Ленинскому району, который нашел возможность более 10 миллионов направить детское дошкольное учреждение в селе Молоково. Работы производит ремонтная бригада строительного управления 38, которой еще предстоит закончить в полном объеме все намеченное, включая фасад здания. Бригада обязалась поставить новый забор, построить летние веранды. Ремонт в детском саду продолжается. Но мы надеемся всем коллективам, что СУ-38, строительное управление, закончит ремонт добросовестно и качественно. А то, что уже сделано, радует всех – детей, воспитателей и родителей. Я мама троих детей. И двое из детей ходят в этот сад. Все очень красиво, новое, свежее. Не знаю, ребенок вообще в восторге. Людмила Медведева, Александр Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.